бы ты хотела, чтобы произошло? У нас есть 20 минут. Про школу? Что бы я хотела, чтобы произошло? Хотела бы знать, что такое что-то произошло, чтобы я знала и чувствовала, что все на своем месте, наконец-то, что это вот то место, где он должен быть. Что я знаю теперь? Я поняла, что вообще вопрос школы вызывает у меня самой огромную тревогу, и, возможно, эта тревога к Отто и его потребностям вообще никак не относится. Ну, то есть, может, у него нет потребности на такую большую тревогу. Так, тапки видны, не видны? Все, мотор, тапки не видны. Ага, хорошо. Сейчас все стало прекрасно. Я вот думаю, я же так доверяю своей интуиции, она у меня такая вообще раскачанная, я так всегда хорошо понимаю, ну что же я тогда такая тревожная, и вдруг я поняла, что мне действительно надо просто не тревожиться, вот, просто вообще расслабиться. И вот такие инсайты меня посетили, что надо просто довериться своей интуиции. Мне на самом деле действительно это у меня получается так. У меня вообще бывает, что мне какие-то вещи приходят, вот знаешь, как текстовым сообщением, вот, ну, как что-то будет или чего-то не будет. И я, в принципе, если прислушиваюсь к себе, я способна вот, ну, получить какой-то ответ. И я поняла, что моя интуиция мне подсказывает, что, скорее всего, все будет хорошо. И даже не важно, в каком конкретном месте Отто будет находиться, а просто вот, как бы, просто все будет норм. Даже если в какие-то моменты времени будет казаться, что это не так, ну, надо будет просто подождать следующего момента. У нас сегодня был последний день, отчетный концерт в школе. А что поменялось, вот если неделю назад мы с тобой говорили о том, что у тебя было вот как вот это все управить? Твои потребности, потребности Отто. Как с этим сейчас? Ну вот смотри, многие вещи, когда ну, даже в чистом языке, когда отвечаешь на чистые вопросы, ты их как-то вдруг так получается, что ты их впервые озвучиваешь. Ну, как бы для себя даже самого. И озвучивая, ты как бы вдруг такой, типа... И потом ты ходишь и думаешь вот об этой проблеме, если вдруг выясняется, что это... Ну, чаще всего это какие-то внутренние истории, которые можно обговорить и заново на них посмотреть. То есть чаще всего достаточно оказалось озвучить и направить фокус своего внимания вот на какие-то вещи, которые до этого, ну, как-то вот, видимо, оставались в тени, но напрягали, тревожили, вызывали все это. В обычном коучинге и в обычной психотерапии, пока ты докопаешься до проблемы, ты столько должен про себя объяснить, ну, как бы вот и самому себе, и ты как-то так долго это все ищешь сам. Это очень много времени занимает. Чаще даже ты отвлекаешься от основной проблемы на какие-то другие. То, что я слышу за счет метафоры, можно очень четко и быстро обрисовать, собственно говоря, что же на самом деле беспокоит, и направить фокус внимания. Да. А за счет чистых вопросов получается, что вот это вот не уходит внимание на разнообразные детали и позволяет также концентрировать внимание. И в какой-то момент получается, что оно само собой. Да, и еще, знаешь, как бы, то есть если психотерапевт большую очень там роль играет какой-то, ну вот он даже становится в какой-то момент вот такой фигурой, там на него многие какие-то проекции переносятся, то мне кажется, вот в чистом языке это вот как фасилитатор выступает человек. То есть это твоя собственная метафора. Тебе не дали даже какой-то... Ну, то есть вот обратная связь в чистом языке, она не становится вот как бы обратной связью такой вот, ну, как бы... куда добавился психотерапевт и его собственный опыт. А это твоя собственная. И поэтому эта метафора и те вещи, на которые она фокус обращает, она... как бы ты ее не можешь отвергнуть, да? То есть, ну, получается, что это же твое собственное. И у тебя нет такого, что... Вот мне это, конечно, психолог мне сказал, что...